В ситуации, когда вам хочется вспылить, раздражиться, обидеться, сыграть традиционную роль ворчливую или требовательную, или недовольную, роль, которая исходит из состояния в сущности жертвы, причем жертвы, обвиняющей всех окружающих за то, что она жертва. Вот в таких ситуациях, когда вы чувствуете, что на автопилоте вы начинаете уже прежнюю свою ролевую маску, просто себе громко скажите в голове: как поступила бы любовь? Как поступила бы любовь? Пойдете в ванну, умоетесь, руки водой смоете, вернетесь в совершенно другом состоянии к вашим близким. Нет ни одной причины, по которой стоит быть недовольными друг другу. Нет ни одной причины. Ничто не сравнится с тем, чтобы просто улыбнуться тем, кто рядом с вами. Вы сначала улыбнитесь, а потом увидите, как все наладится, и ваше самочувствие станет совершенно иным.